Всем привет! Карелла Аванти и Карелла Энигма. Карелла Аванти и Карелла Энигма – это, по сути, две одинаковых коляски. Различие только в том, что Карелла Аванти на четырехколесной базе, а Энигма на трехколесной базе. Подробнее рассмотрим на примере Аванти. Аванти – это один из флагманов линейки Карелла. Это всесезонная прогулочная коляска с большими колесами и большим посадочным местом. Начнем обзор с колес. Передние колеса 17 см в диаметре, задние 19 см. Передние колеса поворотные. Зафиксировать их можно при помощи нажатия на одну кнопку. Задние колеса мы оснастили спаренным тормозом. Спинка имеет несколько положений наклона, от сидячего до полностью лежачего. Для того, чтобы изменить угол наклона, вам необходимо нажать одной рукой на рычаг. Подножка посадочного места регулируется в нескольких положениях. Отдельно хочу заметить, что сиденье и спинка посадочного места жесткие, что способствует правильной посадке малыша. Теперь о безопасности. В первую очередь это защита от сползания, это съемный бампер, а также пятиточечный ремень с мягкими накладками на плечи. Для защиты малыша от солнечных лучей и непогоды в коляске имеется большой капюшон. Расстегиваетесь в дополнительную секцию, и он опускается практически до бампера. Для удобства родителей в капюшоне имеется окошко, через которое вы можете наблюдать за тем, что делает малыш. Дополнительно утеплить коляску вы можете при помощи укрытия для ножек. Для удобства родителей в коляске предусмотрен органайзер с двумя подстаканниками и отделом для мелочей, а также ручка, изменяющая свой наклон при помощи нажатия на две кнопочки. Полезным дополнением также является большая вместительная корзина для покупок. Для того, чтобы сложить в коляску, вам необходимо первоначально расфиксировать колеса, сложить капюшон, нажать на две кнопки, сложить ее вниз и зафиксировать при помощи фиксатора. Помимо этой расцветки в наличии имеется ряд других. Аванти и Энигма – это отличный вариант коляски-книжки, внешне яркой и стильной, функционально удобной для родителей и комфортной для малыша. Это были Карелла Аванти и Карелла Энигма. Спасибо за внимание, смотрите наши обзоры, покупайте нашу продукцию. Всем пока!